Цепелин Кат – официальный дилер бренда Caterpillar, производителя строительной, землеройной, горнодобывающей техники, силовых генераторных установок и двигателей различных мощностей. Машины Caterpillar широко используются во всем мире для строительства дорог и туннелей, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и многих других работ. Компания «Цепелин Кат» работает на рынке Таджикистана еще с 2004 года. В крупнейшем проекте республики, строительстве Рагунской ГЭС, задействовано около 30% всего парка «Цепелин». Техника «Caterpillar» работает также на реконструкции и строительстве дорог, таких как трасса Душанбе-Гисар, трасса Душанбе-Бухтар, ремонтируют также при помощи этой техники и дороги в самой столице. Мы уже где-то лет 7-8 на этой технике вот работаем. Только просто ухаживаем за ней. И все нормально. Больше никаких проблем. Ну, я работал раньше вот на резине колесный каток работал там. Ну, я вообще 25 лет работаю уже. Может, больше, не меньше, больше. А сейчас вот на этой катапиле работаю нормально все. Помимо поставки и ремонта техники, «Цепелин» работает в лизинговом финансировании, обучении кадров и разработке технических проектов. С 2004 года компания «Цепелин» поставляет в республику высокопроизводительную и надежную технику «Caterpillar». Кроме техники «Caterpillar» мы поставляем машины бренда «Сэм» и сельскохозяйственную технику «Мусей Фергюсон». Если говорить про «Caterpillar», то основное преимущество этих машин – это топливная экономичность, надежность, а полное сервисное обслуживание распространяется на все техники, на все машины, которые предлагает компания «Цепелин». Техника поставляется с учетом региональных особенностей и уже включает в себя такие опции, как защита кабины, усиленный ковш. На всю технику предоставляется гарантийное и сервисное обслуживание, имеется склад запасных частей, а также своя сервисная служба, которая готова отреагировать на любые претензии заказчика. Миссия «Цепелин» – выстраивание долгосрочных партнерских отношений. Честность и мастерство – вот что помогает компании занимать лидирующие позиции на мировом рынке.